Компания «Прада Промфильтр» освоилась на территории опережающего развития еще в 2016 году. Это единственная фирма на Дальнем Востоке, производящая фильтры для японских и корейских автомобилей. Однако раньше большая часть продукции производилась из китайского сырья. Теперь же резиновые элементы фильтров будут производить из отечественных материалов. Термопластичная резина для каркасов фильтров уже прошла все испытания. Из нее также будут изготавливать газогенераторы и аппараты для дистилляции и фильтрования. На предприятии также ищут и замену тканевой сердцевины автомобильных фильтров. Переход на отечественное сырье позволит значительно снизить себестоимость продукции. За счет этого предприятие планирует расширить свое производство. Сейчас оно выпускает примерно 30-35 тысяч единиц продукции в месяц. А после увеличения мощностей сможет выпускать и все 60 тысяч. Это позволит удовлетворить возросший спрос потребителей. Хороших вам новостей!